Всем привет! Даниэль, ты что, забыл переодеться? Ты идешь в садик в пижаме? Да, у нас сегодня пижамная вечеринка. Пижамная вечеринка? Да. В Израиле праздник Пурим, точно! И всем сказали прийти в пижамах. Сегодня все дети пойдут в садик в пижамах, представляете? Даниэль не может остаться со своей игрой. Она мне очень сильно нравится. Мы ждем лифт и идем в садик в пижаме. Вы представляете такое? Сейчас посмотрим в садике, кто в какой пижаме ходит. Мне интересно, будет ли воспитательница тоже в пижаме в садике? Да, 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 да. Все в пижамах там. Все как обычно на ногах. Вон во что играет Даниэль, пока едет к нам лифт, пожалуйста. С утра. Даниэль, что это за игра у тебя? Это робот, да. Какие-то роботы там, да? Да, их мне стреляют. Понятно. О, наш Марсик решил тебя провожать. Марсик, ты куда? Ты тоже в садик? Вот так мы уходим в садик. Играем в игры. Быстро надо плакать. Чтобы этот был наш класс. Ну все, пока-пока. Сейчас папа выйдет. Все, пока. И вы уходите в садик на пижамную вечеринку. Да. Вот он подходит уже к садику в пижаме. Давай. Да. Вот. Да? Вот садик Даниэля. Он позвонит, посмотрим, там детки, как сегодня пришли в садик все. Позвонил? Да, молодец. Сейчас мы узнаем, как же там детки в садике. Да. Сегодня. Интересно, будет учительница в пижаме? Да, сейчас увидим, и нянька в чем будет. А обычно учительница на всех моих праздниках, они под костюм. Да? Да. Специально для этого. Ну, еще раз позвонил. Все. Все уже, все, Даниэль, достаточно. А вот воспитательница тоже в пижаме. Вот все в пижаме, все. Бокер тов, Галя, машломех. Ламба пижама. Все в пижаме. И в Шарли Кэрсене цели целем. Галя, тебе и ту штиди. Давай, Даниэль, идем посмотрим, как все твои малыши там пришли. О, вот они. Малишман? Да? Не, не надо бочком. Ты же в комнате тапочки. Вот, все в пижаме. Только что в роте. В костюмах. Да. Маша. Привет, Маша. Это не пижама, это палатка.
Все, да нет. Да, ну, Даниэль, покажи, что ты там сделал. Это ты с усами там? Да. А вот и Даниэль. Молодцы. А вот фотография Даниэля. Все себя замаскировали, нам бы этот праздник. Вот они все, детки, как смогли. А вот как себя разукрасил Даниэль. А ну, Даниэль, отойди. Вот он, Даниэль, с усами, с шляпиком в поле, он ковбой. А вот я. Да. Все понятно. Да. Стоп, Даниэль, все, давай я пошел. А вы празднуете, веселитесь, хорошо? Сейчас, где Ротер? Ротер. Идем? Даниэль, все. Пока-пока. А вы будете веселиться сегодня, да? Да? Все, пока-пока. Малыш, пока-пока. Давай, хорошего дня тебе. И тебе тоже на работе. Все, бай-бай.